И всем привет! С вами я, Александр Сычков. И в этом видеоролике я играю в Call of Juarez The Cartel. И давайте мы начнем уже новую кампанию, так как... В общем, я нового ничего не придумал, да. В общем, так. Еще раз спрашиваю, агент Стоун, проводит ли ФБР операцию под прикрытием против картеля Мендосы? Я не уполномочен говорить ни об одной из текущих операций. Давайте возьму это. Значит, операция есть. Я не... Ну, я хотя и не начинал ту, как бы... Ну, ладно. Пусть будет хотя бы эти... Господи боже! Ты... Не, я так не хочу. То есть, смотрите, а что если выбрать... Я не знаю как. Давайте выберем. Компания... Еще раз спрашиваю, агент Стоун, проводит ли ФБР операцию под прикрытием против картеля Мендосы? Я не уполном... Да, давайте вот так поиграем тогда. Попробую вообще эту игру. Давно не играл с 2011 года. Господи, нет, точнее, боже! С 12 года. Ты что, совсем башкой рехнулся? Да. Ну что ж, давайте вот поиграем с ним. На вашу паузу, твою мать! Вы... Так, ну что ж, дэм. Нажимаем. И нас начинает стрелять. Заметьте, играть я буду на легком как-то сложности. Низкая сложность, на общем, визи вообще. Просто. Так, ладно. Графика я сделал специально на улице. Чтобы вам как-то это не меняло ничего такое. Так, в общем. Окей. Так. Ладно. Так, играем дальше. Так. Кто это такие? Не так. Держись! Ну что, где они, враги? Господи, да ты нас прикончишь раньше, придурок! Вы еще живы, а? Так. Вот они. Давай, стреляй. Кто-то точно на нас наводит! Надо убираться с дороги к черту! Где подкрепление, мать? Да, блин. А хрен его знает. Они повсюду. Как они нас искали? Да. Кто-то с полку. Кто-то из своих. Кто? Ну? Да. Ты что такое? Черт, ты вообще стрелять умеешь? О, боже! Идеально. Так, осталось мало патронов, и потом я уже не смогу стрелять. А, захвачен. Все. Патроны восстановились. Сами. Черт возьми. Вообще круто, да. Все. То есть все, вот мы прошли. 3 недели раньше мы это смотреть не будем. Тоже все понятно. Так. Как вы полагаете, межведомственная особая группа справится с задачей? Несомненно, да. Президент настроен положить конец волне наркопред... Так, вот, мы играем за Эдди Гуэра или сейчас. Оружие в багажнике. Я не знаю, что хочешь, и садись в машину. Отличный денек для поездки, так. Да? В общем, можно сейчас включить как бы совместную игру, так как я по Steam играю у Play Ubisoft. По Steam, да, я играю, то есть можно посмотреть Steam. Ладно, сейчас я в Steam. Так, выбираем оружие. Так, здесь уже у меня все выбрано. Давайте посмотрим, что здесь есть. Сейчас, сколько оружия у меня. Давайте я возьму это оружие. И вот это. Также здесь выберу. Вот это. Вот. Так, окей. Оружие заряжено. Все готово? Так, тогда тут мы видим какую-то картинку. Грозяне. Какую-то хрень, короче. Ладно. Так, я пока что еще не привык к управлению. Ну ладно. Так, дробовик. Погнали, ладно. Пока что для этого оставлю так. Ладно, одиночная игра, так одиночная игра, ладно. Так, поехали. Надо почаще выбираться из города. Посмотри на эти горы. Видел когда-нибудь столько зелени? Отличное так. место, чтобы спрятать плантацию марихуаны. Национальный парк Секвойя. И что же УБН нам про то не рассказала? Чтобы славу не делить? Нет, чтоб вы не напортачили. Так. А ваш шеф не взбесится, когда мы спалим его дело? Нам никто слова не скажет, если мы все здесь спалим. Да, виноваты будут Аранья. Мы на это рассчитываем.
Короче, надо поджечь поля конопли и оставить улики против Араньи. Ну ладно. Ты реально веришь, что они пойдут войной на Аранью? Если бы кто-то спалил тебе добра на пару лимонов, ты не захотела бы поквитаться? Так, едем дальше. Они купятся. Ну все, все, мы почти доехали. Ну и что? Вот сюда, направо. Ты точно знаешь дорогу? Да. Слушай, я видел фото со спутника. Идеально. Это дорога к первому полю. Похоже, мы почти на месте. Тихо. Осторожней так. Мы все еще не уехали, да? Смотрите-ка. Я все еще еду. Хотя не уверен, что здесь вообще еще можно уехать. А, ну сейчас, наверное. Здесь. Нет? Здесь. Бросаем тачку тут и дальше идем пешком. Хрен тебе. А, ну ладно. Ну, вот они. Так что так, информаторы ладно. Не подвели. Окей. Устроим судный день. Впереди! Так, давайте я включу свой дробовик. Твою мать! Или буду играть с ним. Да твою мать, а что такое? Яблочко. Давайте буду осторожен, ладно? Справа! Губы ее, сука! Так, окей. Смотрите, как круто все проделано. Очень круто все проделано, реально. Слева. Так. Ладно. Давайте я не буду там стоять на одном месте, чтобы было интереснее. Так. Вроде бы грохнули последнего. Вот он. Может заметить, что с ними делать маски. Пистолет нужно взять. Далеко. Перехон. До верха. Но я не буду. Я думаю, мы увидим первое поле с холма. Так. Предстоит небольшой подъем. Вы справитесь, детектив? Как бы тебе его тащить не пришлось, Эванс. Двинули. Так, чудо. Пока что мы начнем эту миссию. После прохождения этой миссии уже в другом видеоролике. Просто море травы, мать ее, посреди чертова заповедника. Так. Все. Твою мать. Пропускаем. Так. Побежали. Убейте! Так. Ну что ж такое? Редкий выстрел. Ты сплифовал и проиграл! Пора расплачиваться! Так. Кто там дальше? Кто? Да, это круто! Заходи справа! Так. А? Всё! Давай! Слева! Стреляйте! Так, осторожно, осторожно. Так, одного уже убил. Убейте! Я урою! Так. Игра полностью русская. Ай-я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 й. Убейте! Ложись, ложись! Твою мать. Все, наконец. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Осторожно. Тихо-тихо. Твою мать! Хуже, убили. Да осторожно. Вот это и есть вершить справедливость. Так, все, готов. Еще один. Теперь все чисто. Нет. Ну, можно АК взять. Давайте, не, АК давай. Ну ладно, давайте АК возьмем. Это интереснее, наверное. То есть я бросил свой АС-12. Буду играть с АК. Так, что здесь? А, ну ладно. То есть вот такое вот оружие. О, ну... Круче стреляю, чем стреляла даже то. Сразу их можно не валить. Целься лучше! Как целиться-то лучше? Я стреляю нормально. Понятно, вот нормально. Поджигаем навесы. Вот, то есть. Да, я думал, круче будет все проработано на других настройках. Ну ладно. Так. Запускаем.
что ж, все очень даже круто все сделано. Ну ладно, так, убегаем. Так, дальше. Там тоже будут враги? Не, вряд. Вряд ли тут кто-то вообще будет. Так, ставим еще одну бомбу. Все, можно идти. Осторожно, а то меня тут убьет. Так, окей. Что дальше? Так. Обалдеть, классная дурь. Так. Гуэра, не вздумай вдыхать эту дрянь. А, да он уже. Ну, говорю, Эдди Гуэра. Ладно, малюем картинки и сваливаем к черту. Так. Еще одна картинка. Дальше. Так, ладно, я сделал все, да? Тут были ранее, суки. Скорее в машину, пока нас не засекли. Что ж. А где второе поле? Недалеко отсюда. То есть, смотрите, мы его и все, что мы играем за копов, кто еще не понял, кто не играл. А что, мы играем за копов. Прилетел, улетел. Должны уничтожить. Куда мы идем, черт возьми? В общем, к реке. Это совсем рядом. А там еще чуток пройти по лесу. Что такое? Эй, это Флаг, как делишки, друг? Я не могу сейчас говорить. Твоя доля давно тебя ждет, чувак. Куда ты пропал? У меня уже товар на исходе. Ты все еще в деле или как? Сказал позже. Кто это был? У тебя что, свидание сегодня? А тебе-то что, мама? Есть предложение получше? Окей. Да? Так. Так как я профессионал в Counter-Strike, то здесь немного будет посложнее стрелять. Из АК? Как бы все управление другое, оружие. Тиграю другое. Так, тихо. Выбежать, да? Что, поставил и продул? У тебя по нулям, кретин! Опа. Что, все, никого? Думал, еще кто-то будет. Никого нет. Так, бежим дальше. Где? Так, окей. Давай. Дерьмо. Эти мерзавцы мне уже вот где. Все? Так просто. Да вы что? Можно их осмотреть даже. Круто. Ну, они как бы не ранены, они как бы не так уж интересны. Ну ладно. Тоже хорошо очень сделано. Кажется, в этом году медведи пораньше проснутся. Ладно, пора валить отсюда, пока они не раздуплились. Живо! Так, ждем напарников. Так как я не играю не по сети, я бы мог сесть этих уродов сюда, нам расплох не застать. Думаю, что они слышали стрельбу. Я играю один, не глухие, потому что никто не подключился, и сейчас эта игра, ну, не в онлайне, она вообще популярна теперь. В нее уже почти никто не играет. Поэтому вот как-то вот так вот. Но я вам советую все-таки ее пройти, хотя бы. Я вам не говорю, чтобы вы играли там в онлайне, там, ну, я вам. Если вы не играли в эту игру, то советую поиграть. Очень хорошая игра, сделана очень хорошо. Не тормози! Очень хорошая игра, честно. Сделана вот. Реально, серьезно. Очень хорошо. Так, если что, то это рука мышка нам, нет? Мочи! Этой рукой я мышку держу, нет? Чё? Я же сейчас еду в клавиатуру и не мышкой. Поэтому я могу без руки. А то подумайте, что я без рук играю. Типа, как я играю, то есть я, ну, не держу там мышку. Но... То есть вот я спускаю, вот. Ничего не едет. Все, дальше на машине не получится. Так. Придется о, идти пешком до реки. Открыто достижение. Так, что такое? Ты слышишь, нет? Они нас ищут. Ладно. Сива! Быстро подбор! Окей. Блин, да как?
что-нибудь видишь? Нет. Нам нужно идти вниз к реке. Обалдеть. Как кто-то звонит. Так, результаты пятого побега в Санта-Карлотте, молния, лимонная долька, миллини. Все, прочитал. Вот черт. Кто такой Би, не знаю. Так, извини, Эдди, еще 600 баксов минус, надо поговорить, перезвони, Би. Ну, я не буду читать все сообщения, которые здесь приходят. Их много, поэтому... Эй, вон там! Смысла, я не знаю. У нас гости! Где? Где? Впереди! Я их... Подожди. Чем быстрее, тем лучше. Отрезай! Ой. Отрезай! Ну? Ты сплифовал и проиграл! Пора расплачиваться! Все? Видимо, все. Слышь, кого? О, вот, здесь хорошо вот прорисовано. Вот. Смотрите, попадаете в него. Вот здесь в нем появляется что-то такое. И здесь. То есть, очень даже круто сделано. А здесь было еще где-то. Вот он. Ну, на некоторых это не отображается, врага. Ну а так, да, отображается. Типа там, ранение. Ну ладно. Так. Бей слева! Подожди, почему? Подожди, я сейчас нифига не понял. Серьезно? Ищи укрытие! Я думал, я без смертей пройду. Ну ладно. Ну раз так произошло, ну ладно. Готовы? Вот это и есть вершить справедливость. Сейчас пройдем ничего не будет. Нормально. Нормально. То есть, да, я не пройду теперь на 100% там без смертей, но. Я еще, может, дальше в прохождении там меня убьют. То есть, это не самое главное. То есть, я не готовился. Я там... Серьезно, я не готовился к этому. Я вижу план. Твои карты, чувак! Твоя удача кончилась! Все. Все. Всех. Так. Бежим дальше. Тихо там. Мы почти на месте. И? Даже не знаю. Не отвечай. Позвони еще. Так, что тихо. Это за... Вот черт! Вот они! Так. Все? Типа двоих я убил и все. Впереди! Так. Тихо. Гуэра, прикрой! Как я прикрою-то? Эй! Одного убил. А, чел. Ай. Справа готов. Молитесь, суки. Вам конец. Кто там еще? Кто? Граната! Ты не с ним связался, ублюдок! Я кто? Покажи свои карты, каброн! Ты блефуешь! Все? Видимо, да. То есть был один враг. Где наши ребят? Сзади! Нет их. Туда. Ну ладно. Так. Где ты? Я тебя видел где-то. Все, давай. Давай. Черт возьми! Да, это круто. Эти мерзавцы мне уже вот где. Как же они здесь? Ну, конечно, достали они. Меня убили один раз уже. А, чё, я тебя не убил, не? Я думал, я тебя слева! Убил. Зачатка. Готовы поразмяться? Так,
Тихо. И давай вот так. Я видел твои карты, да. Чувак! Твоя удача кончилась! Тебе конец. Вот и все. Че, нифига? Я вот так пострелял. О, не, появляется. Смотрите-ка. Охренеть. А, там кто-то еще? Так, ладно. Побежали. А где он есть? Ну ладно. А, блин. Где впереди? А, ну понятно. Сейчас готов. Отлично. Рисуем символ. Где там, где там? Подождите. Последний готов. Надо вернуться. Блин. Блин, что я дублю? Можно же было бежать. Ну ладно. Так, ладно. Дальше. Перейдем сюда. Тут тоже рисуем этого паука нашего. Если его так можно назвать. А ранее типа. Так, ладно, дальше. Так. То есть у меня есть даже 5 гранат еще, чтобы их использовать, да. Так. Давай, рисуй. Че там, кто-то еще рисуешь, что ли? Я думал, только мне дадут. Куда идти-то, блин? А вот она. Так. Гуэра? Говорить можешь? Да, шеф, я тут еду как раз за городом с обворожительной красоткой из ФБР и старым уродом из полиции. Ты там с ФБР поаккуратнее. У них свои планы, и они нас в них не посвящают. Да, и за копом заодно приглядывай. Затем и звоню. После того взрыва на нас звонит, сильно давят. Еще один такой прокол, и Конгресс вполне способен перекинуть наш бюджет к черту, то есть к ФБР. Кроме того, есть подозрение, что кто-то из наших сбывает конфискованный товар обратно уличным дилерам. Кто же это может быть? Не знаю, но мы его ищем. Так что смотри там в оба. Ну круто. Ладно. То есть в один момент им всем позвонили. То есть ты как-то, я не знаю, разработчики это, наверное, как-то недопоняли как-то, я не знаю. Они бы могли сделать как-то это все по-другому. Ладно. Раз они уже это сделали, в один момент Рейм звонит. И так... в игре несколько раз было. Ладно, один раз, понятно там. Ну, бывает, да. Всем троим в один момент. Но когда постоянно это как-то... Больше никого не видно. Ну, непроработанная игра. Так. Так, ну где враги-то? Окей. Дай ему уйти! Так. Чё, где? Я вот. Стой. Пошёл нахер. Ты меня не убьешь, чел. Разделаем их под арену. Ты один меня не можешь. Один. Дело сделано. 60 патронов. Круто. Забуду. Просто. Знаешь, это не обязательно делать в одиночку. Я думал, что-то будет интересно. Ну и чё? Так, ну типа, нужно вообще что делать? Типа, нужно будет что? Влево. Вообще, я думаю, то, что... Эй, вон там! У нас гости! Крыча под... Им подвигаю. Покажи свои карты, каброн! Ты блефуешь! Там еще кто-то должен быть. Я его видел. Он где-то рядом. Впереди. Вот он, вот он, вот он. Оп, оп. Все, нету его.
Так. Готов дальше играть. Так. О-хо-хо, черт! Стой! Собрали, да? Круто. Так. Особый предмет. Побежали. Да. Так, ладно. Это интересный момент. Как они летят? Нет, игра не проработана полностью. Смотрите. Господи боже! Ну ладно. Чё, куда? О! И ходи, куда? Справа! Так. Так как я пойду? В смысле? Тут же... Вот и все. Тут же закрыто, да? А типа как пройти? Типа как я пройду? А, во. Дали открыть. Орале! Вот это нереально круто! Выходи! Черт, впереди кто-то есть! А что, красиво вошли! Стреляйте! Да, это круто! Это последний. Вот для всей игры нужен один вот этот калашик. Больше впереди. В этой игре ничего. Иди с тем связался. Там где-то еще второй. И кажется. Стреляй, твою мать! Готовы поразмяться? Я умер, да? Ты сплифовал и проиграл! Пора расплачиваться! Круто. Так. Ладно. Так. Так. Я еще жду. Ладно. Идем, значит, сюда. Так. Что куда ставить-то? Ставим заряды. Вот этот дом. Не первый раз прохожу это место. Потише. Так, ладно. Осторожно. Окей. Ладно, побежали дальше. Контрольная точка. Погнали. Убил. Тихо. Ложись! А, можно сделать проще. Намного. Сюда. Побежать куда? Сюда. Бежать. Раздавим их! Можно так, но я хотя бы по-другому. Эти говнюки действовали мне на нервы. Мне бы пригодилась помощь. Ха, круто. О, рукавчик. Где тебя носит, Эванс? Круто. Смотрите-ка. Ха-ха-ха. Рукав с текстуре. АК. Эванс! То есть у них у всех АК. Чё он кричит? Мне бы пригодилась Стреляйте! Помощь! Убейте их! Ты труп, слышишь? Труп! Держу пари, за дверью нас поджидают. Ну что, порадуем этих пиндех? Прикрой! Да достали, я не буду так. Эванс! Да чё он кричит-то, Эванс? Где? Врагов-то нету. На старт. Где тебя носят, Гуэра? Какой Гуэра? Блин, Гуэра. Там нет врагов. Пошли!
Полиция! Впереди! Гора, контроль! Бой готов. Чё, двое? Всё. Очень просто что-то. Вообще что-то изи. Здесь ты слышишь? Вообще изи. Что-то а вообще очень просто. Так, ладно. Стоп, как его нет? А вот это нехорошо. Где патроны? Вертушка! Давай в укрытие! Так. Тут где-то должен быть оружейный заклад. Ну! Ай, косой. Вот дерьмо! Блять, ладно. Просто я был не готов. А, блин. Это полный звездец! Здесь не пройти! Что делать? Что делать? Мать его! Так. Ложись! Где он? Где он? Где он? Где он? Вот! Сукин сын! Я же его сбил. Да тварь! Серьезно? Берегись! Он от одного... От одной ракеты уже мог. Осторожно! То есть... Ты задолбал меня, слушай, чел. Вертолетик. Где ты? Где ты? Где ты? Вот он. Какой же... Почему так происходит? Не, все, я не могу. Все. Так. Ладно. Надо, короче, понять. Я не попал? Я не понимаю. Как так? Я не попал. Я прям в него стреляю уже. Может быть, еще и... Да почему так происходит? Да не, это какой-то косорылый, короче. Гранатомет. Это вы не думаете, что я косорылый, я стреляю на. То есть вот я прицеливаюсь и стреляю. Как стреляю? Ну! Почему не туда она летит, я не понимаю. Я стреляю нормально. Вообще неправильно стреляю, как сейчас эти штуки. Может, я чего-то не понимаю. Блин, как так? Ну! Ну! Пожалуйста! Опа! Хорошо. Опа. То есть смотрите, вот туда надо. Туда, под нижним. Нам надо свалить раньше, чем копы приедут. Пошли! Пошли. Ну, в общем, как-то так, ребят, да. Это было очень интересно. Вот Аранья прицепились к Ватасам, очень да? Интересное, конечно, прохождение. Так ты думаешь, конечно, свалят все на Аранья? Охрененное просто. Ладно. В общем, ребят, если вам понравилось это прохождение, обязательно поставьте лайк под этим видео. Добавляйте меня в друзья в ВК, ID 53 55 463, или Алекс Сучков 2001. Всем спасибо за просмотр, с вами я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. УБН отказалась давать комментарии. Пишите комментарии под видео, и всем пока. Что пожар в национальном парке Секвойя